Итак, мы сегодня у поющей башни Бока. Мы буквально рандомно тыкнули на карту, поэтому я вообще ничего не знаю про эту башню и с чем ни истории, ни почему ее построили и что здесь смотреть. Но вот уже вышли на тропинку, здесь довольно-таки все зелено. Хотя, я думаю, летом здесь или весной, когда все цветет, здесь значительно лучше, потому что, насколько я понял, это большой-большой сад. Вход стоит $20 с человека, там мы заплатили 40, соответственно. Вот. Сейчас будем, в общем, исследовать эту территорию. Посмотрим, что здесь есть интересного. По большей части здесь всякие таблички с информацией про растения, цветы. Все эти тропинки, они в итоге приводят к поющей башне. Она высокая, выделяется на фоне, ну скажем, хотя она еще стоит на горе, кроме того. В общем, посмотрим, что это за башня. Я сейчас немножечко почитаю историю. Я уже понял, что построена она каким-то голландским... Ух ты, это белочка, да, по-моему, кушает просто. Белочек здесь много. Исходя из путеводителя, который нам дали, в общем, прочитав кое-какую информацию про эту башню, да, эту башню построил выходец из Нидерландов, Бок, поэтому в честь его она и названа, в принципе. В 1922 году он купил землю здесь, на песчаном холму. Гора высотой 300 футов, что примерно 90 метров. И нанял ландшафтных дизайнеров, которых он попросил сделать эту землю, то есть превратить ее в цветущий сад. Эту песчаную землю в цветущий сад. И люди начали сажать вот эти все растения. Соответственно, они выполнили то, что он хотел. Сейчас это действительно напоминает цветущий сад. И очень много разных растений, цветов. Да, и позже он построил эту башню. Ну вот, в принципе, есть сама башня, за которой мы приехали. Ну, давайте подойдем поближе, посмотрим, что это за башня. Оказывается, эти колокола были отлиты в Англии. И делал этот Джон Тейлор Белл. Кроме того, общий вес колоколов 62 тонны. Самый большой из них 12 тонн. А вот и звук. Не быстро, прям долго уже играет. Но, честно сказать, от колокола в 12 тонн я ожидал чего-то большего. Вот в этом месте позади меня предлагают любоваться закатом. Но пока еще довольно-таки рано, мы придем, может, сюда через полчасика. И вот это какой-то, по идее, зеркальный колодец, что ли. Экзедра. Давайте разберемся, что это такое. Это подарок Эдварду Уильяму Боку. Ну или дань, по идее, трибют, это по-английски дань, ну, я думаю, подарок проще будет, дар Эдварду Уильяму Боку от их соседей Mountain Lake Park. Это место возвышается на 324 фута над уровнем моря. Кстати, почему-то я нигде не нашел высоту самой башни, между прочим. А звали этого человека, который делал все это, то есть ландшафтный дизайнер, Фредерик Ло Олмстед. С 1924 по 1928 год. Знаете, я понял, что это место мне напоминает Батумский ботанический сад. А почему? Потому что это место также основано филантропом. Только в Батуми его основал Краснов. И, то есть, превратил сад
Ну, то есть посадил там со своими помощниками, скажем так, очень много разных необычных растений со всего света. Так и здесь. Вот этот бок, бывший голландец, который сюда приехал, когда ему было 6 лет, маленьким ребенком, вроде как бедный был. Потом он прославился тем, что он был писателем. Он построил, если так можно сказать, или посадил этот прекрасный сад тоже с множеством разных растений со всего мира. Кстати, растений из России я здесь, честно сказать, и не видел пока, но посмотрим. А вот это, по всей видимости, его именно дом, где он жил. Бамбуковые деревья. Как будто вот это на агаву похоже. Хотя это написано Century Plant. Да, вот это, по всей видимости, его дом, где жил сам Бог. И он, кстати, открыт. Можно даже зайти посмотреть, что интерьер, что было внутри. Итак, мы сейчас в доме Бока. Это правильно назвать его retreat house. Это значит приют или такое уединенное место, скажем так. Но я бы не сказал, что это прям такое уединенное место, поскольку само по себе здание довольно-таки крупное, да, двухэтажное. Кстати, там видно, вот за лужайкой видно озеро. И очень красивый закат. Сейчас мы пойдем посмотрим на него, потому что там специальное было место, где они любовались закатом. Это, по всей видимости, наверное, dining room, летнее, ну, то есть столовая. Вот, ну что, пойдемте посмотрим на закат. Потихонечку будем двигаться. Солнце уже низко, и небо очень оранжевое. Может быть, даже Флорида называется Orange State не потому, что она штат апельсинов, а, наверное, потому что небо еще оранжевое здесь, когда закаты постоянно. И башня играет без конца, без остановки. Слышите? Классное место, да? Вы бы хотели себе такой домик? Я думаю, вот это был основной вход, и утром, скорее всего, после завтрака, после чашечки кофе, Бог выходил, шел по этой дорожке и приходил ровно сюда, к вот этому пруду. А потом, возможно, он любил гулять по своему саду, куда мы сейчас и отправимся дальше. А вот это как раз и есть то место, где Бог любил наслаждаться закатами. И да, действительно, как говорят, камера doesn't do it justice, то есть камера не передает то, что реальные цвета, потому что небо во Флориде всегда, чаще всего, точнее, оранжевое во время заката, и потом часто становится, когда уже солнце садится, она становится прям розовая, красная, даже таких цветов-то не знаю, как описать это. Ну и башня прям, слышите, играет нон-стопом. И, кстати, уже я слышу вот эти вот тяжелые колокола тоже. Да, как я уже говорил, в башне 60 колоколов и общий вес колоколов 62 тонны. А самый большой из них 12 тонн, длиной примерно 2,5 метра. И, насколько я понял из описания, они не качаются, как обычные колокола, у них немножко другая система. Колокола не дергают за ниточки, а играют как на клавиатуре. А мы наслаждаемся закатом. Сейчас поедем домой. Смотрите, какая прелесть. И вот там вдалеке видна гора, но я не могу ее найти на картах. Что это за гора? Может быть, это Маунт-Дора? Хотя нет, Маунт-Дора должна быть на севере. А это мы смотрим сейчас в направлении Тампы. Это Тампа в той стороне. Вот и закончилась наша поездка выходного дня к поющей башне Бог. Следующий эпизод будет про то, что мы, собственно говоря, делали здесь целый год с того момента, как приехали. Грубо говоря, то, что случилось после тех серий на английском языке. Ну а вам, как обычно, всего хорошего, удачи и пока. Увидимся в следующих эпизодах.